Майкл, мы с тобой прочитали первое письмо из государства Лад. Кто нам его написал? Принцесса Субдоминант. Покажи ее, пожалуйста. А что такое красивое на ней надето? Орден Королевы Тоники. А как можно получить такой орден? Надо сыграть все планы в подготовительном уровне. А как найти клавишу принцессы субдоминанта? Надо сначала найти все три черных клавиши. Давай попробуем. А где клавиша принцессы субдоминанта? Под первый черный, да? Первый черный. Давай найдем все клавиши принцессы субдоминанта. Фа. Фа. Майкл, а скажи, пожалуйста, кто у принцессы субдоминанта родители? Королева Тоника и мама, да? Да. И папа король доминант. А королева Тоника у нас какая нотка? До. До. А король доминант какая? Соль. Покажи, пожалуйста, нотку соль. Может, тогда ты покажешь и все нотки до мамы королевы Тоники? Спасибо. Майкл, а скажи, пожалуйста, принцесса в сказке вообще трудолюбивая? Да. Она убивает игрушки и книжки на место. И как-то раз она решила протереть пол. Взяла швабу и начала протирать пол. И вдруг котик... Ее котик Мимими сел на швабу и сказал: «Ты тут прибирайся, а я буду кататься, делая глиссанда». А как это глиссанда? Вот так. Здорово. Спасибо, Майкл.